Ой, да, нравится. Не хочу делать каких-то лишних левых движений. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. И последнее время я хочу вот вам поснимать со своими розовыми волосами. Так уж мне нравится. И сегодня у нас будут покупочки Fix Price. Я зашла в Fix Price, там есть некоторые новинки, которые я себе не взяла. Потом расскажу в конце, которые есть и я не взяла. Давайте я расскажу о том, что я взяла. И еще в конце покажу, что я взяла в Ашане, тоже недорогие покупки. Итак, первое, что появилось из новиночки у нас, это вот такие вот носочки. Помните, я покупала уже в прошлый раз себе, в прошлую зиму, да? Но не было таких цветов ярких. Вот они, вот такие яркие появились цветочки, розовые. Это вот для тех, у кого в доме скользко. И вот такие вот зелененькие. По 55 рублей. Я взяла себе две пары, потому что, ну, эти два цвета прекрасны. Еще там были зеленоватые, бежевые, ну, в общем, новые цвета, зайдите, загляните, кому нравится. Я вот люблю яркие цветные носочки, очень классные, и они, в принципе, хорошего качества, и действительно не скользят, работает, это работает. Особенно на сыне я это проверила, когда одела, ему обычный, у меня падал постоянно. Дальше, два вот таких напитка, давайте я буду вот подряд все брать, потому что не хочу, в общем-то, искать тематические покупки, чтобы по порядку были. Значит, Fresh Bar. Вот такой я просто ни разу не брала. И Мохито. Fresh Bar я уже попробовала. Fresh Bar, блин. Fresh Bar. Rich Peach. Персик, короче. Fresh Bar. Это газированный напиток со вкусом персика. Мне вот этот понравился. А Мохито я сейчас попробую с вами вместе. У меня из еды больше ничего нет, поэтому я не стала отдельно снимать. Ой, пахнет, да. Lime Time. Безалкогольный, сильно газированный. Похож на мохито. Ну, надо бы их охладить, они у меня теплые, потому что целый день ездили со мной. Вообще, я не очень люблю сильно газированные напитки. Однажды мне одна фитнес-тренер сказала, что от газированных напитков появляется целлюлит. С тех пор вот как-то у меня как отрезало. Единственное, что когда ем, конечно, бургеры там или еще что-то, сейчас многие посмеялись, да? От газированных напитков нет целлюлита. То есть есть целлюлит, а от бургеров нету, да? Ну, в общем, это такое дело, в общем, все там надо разбираться, да? Но перестала я газировку, в общем-то, пить, сказали, что от нее сильно очень, но все равно не перестала пить пепси, но не просто так, когда мне хочется пить, я пепси не пью, а именно как абсорбент ее использую. Многие, конечно, говорили, как так, но я уже не первый раз слышу, на самом деле, что кола – это очень хороший абсорбент, и если вы съели что-то тяжелое, или вам тошнит, или вот какое-то несварение, и ничего не помогает, попробуйте просто выпить маленькую стеклянную колу, и вы увидите результат. Дальше. Я взяла себе вот такие резиночки, вот таких цветов. Постоянно они теряются. Это просто невозможно. Я взяла, опять взяла. Взяла батарейки ребенку, потому что что не игрушка, то, блин, тысячу разных батареек. А где еще одни батарейки? Вот они. Такие-такие. По 55 рублей. Щелочные. Короче, я не заметила разницы между вот алкалиновые, по-моему, есть там, и вот эти щелочные. Одна фигня, короче. Одна фигня мало держит. Взяла в дорогу такие вот салфеточки. Не знаю, вы помните, я брала целый пакет этих салфеток, вот таких маленьких, я не знаю, где они, не знаю, куда все испаряется в моем доме. Взяла, кстати, давайте расскажу вам. Взяла увлажняющая термально-мицеллярная вода для лица, век, губ, зонтика для любого возраста и кожи. Вот, эффективно удаляет макияж, мгновенно освежает, глубоко увлажняет, бережно очищает, тонизирует, не требует смывания водой. 5 в 1. Вот такие новые мицеллярки появились в Fix Price. Честно говоря, я не помню, насколько они новые. Просто раньше была такая немного конусовидная, если кто-то помнит, мицеллярка. Вот я вам скажу, сколько у меня средств. И Faberlic, и L'Oreal, и Nivea стоит у меня, да. У меня есть для макияжа снятие водостойкого макияжа, чисто для глаз. Вот ничего мне не доставляет удовольствия. Была мицеллярка у меня от Faberlic, по-моему, я заказала, если я не ошибаюсь. И она мне щипала глаза вообще, представляете? Поэтому я ее отдала, но я не думаю, что это зависит от самой прям сильной мицеллярки, потому что у меня у подружки, у нее от L'Oreal очень была сильная аллергия. Она отдала мне, у меня все прекрасно было. Вот я L'Oreal выпользовала, Fix Price я все время брала, выпользовала. И вот сейчас у меня какие-то непонятные стоят мицеллярки, блин, какие-то смывалки, они мне не нравятся. Я решила взять снова в Fix Price, но она была другая, я не знаю,
то ли сюда кладут или нет. Тоже спрашивайте у меня в Инстаграм, если кому-то интересно. Я ее попробую и скажу. Потому что, блин, даже ватка какая-то вот с теми всеми средствами какая-то грубая, как-то больно даже очищать лицо. Взяла ваточки вот такие. А здесь, представляете, ватка с ионами серебра. Я не вру. Офигеть, я это увидела и думаю, ну все, плюс 20 штук в подарок. Я люблю прошитые, я уже говорила вам, я вот так вот раз посмотрела, они прошитые по кругу. Мне такие нравятся очень. Диски ватные с ионами серебра. Ну капец, просто. Также взяла вот такие вот конфетки. Помните, в прошлый раз я их взяла, у меня брат приходит, он их обожает. Он говорит, они с каким-то леденящим вкусом, они такие классные, прям жменями их берет. И, в общем, я их потихоньку тоже буду брать. Я просто, ну, сладкое не очень. Не, я сладкое люблю, но сосательные конфеты не очень. Мне говорил стоматолог, что от сосательных конфет намного сильнее портятся зубы, чем от шоколадных даже. И поэтому я так не очень люблю их прям. Ой, смотрите, купила вот такой вот шарик малому. Он такой блестит, весь классный. Он любит у меня грызть такие шарики. И если его... Блин, если его... Ой, да, вот. Он мигает. Я думаю, малому моему понравится. Вот он раз такой уронил его, и он засветился. Внимание привлекает. Классно. Я думаю, он его не прокусит, потому что он такой. Хотя хрен его знает. Да нет. А что там внутри, интересно? Срок годности не ограничен. Вода, полистирол. Для детей старше скольки? 5 лет. Ну, а нам год еще. Ну, будет скоро. И вот я купила еще. Я вот купила еще ваниш. Вот, давно хотела взять ваниш. У меня был жидкий ваниш, но мне не нравится, что его нужно, короче, сначала налить на пятно, потом это ждать, потом где-то застирать. Мне хотелось что-нибудь кинуть, знаете, какой-нибудь шарик или что-нибудь в стиралку. Пусть оно сразу там все стирается. Не хочу делать каких-то лишних левых движений. И вот какой-то ваниш голд, удаление пятен за 30 секунд, пятна выводители для тканей. И, в общем, тут можно добавить к вашему стиральному порошку. Вот, для въевшихся и засохших пятен 1 ложку, для повседневных пятен 1/2 ложки. Вот, и я решила попробовать, это стоит 55 рублей, причем там была какая-то другая фирма еще, и банка намного больше такая, не помню, как называется, там есть для белых и есть для цветных тканей. Ну, тоже 55 рублей стоит, и ваниш вот это 55 рублей стоит, а жидкий по 99. Я думаю, блин, может быть, и ту надо было купить. Она тоже сухая, тоже добавляется в порошок. Но как-то ваниш, реклама, короче, делает свое дело, да? Просто у меня был до этого ваниш, я знаю, как он работает, что он эффективен. В общем, взяла вот такую штуку. Дальше давайте быстренько пройдемся, что я взяла в Ашане. Смотрите, что мне понравилось, это вот такие ложки. Вы видали вот это вот? Вы видали? Кстати, видали? Это тоже какое-то слово, да? Непонятное. Периферическое. Ложка, как настоящая. Я решила удивить своих гостей. Вот кто не смотрит мой влог, тут даже, блин, надпись какая-то есть такая. Типа фирма. Короче, классные. Прикольные ложки. Будем есть торты. Кстати, надо позвонить, блин, торты. Я взяла такие побольше ложки. Взяла поменьше ложки. Вилки 1 пачка осталась. Ну, пусть будет. Я люблю вообще одноразовую посуду, чтобы не... мыть ее. Взяла вот такую скатерть, потому что я собираюсь... Она, кстати, стоит 17 или 16 рублей, по-моему, большая. А, не, вот это стоит 50, около 50. Я собираюсь на улице накрыть, поэтому все одноразово, все взлетело, билось, не жалко было. Взяла вот такие бокальчики. Ну, они, короче, одеваются, понятно, да? То есть бокалы одноразовые называются. Но здесь 6 штук. Я думаю, что где-то примерно столько человека будет. Выпивающих. И взяла вот такие блюда, смотрите. Здесь 3 вот таких блюда, они достаточно большие, то есть сюда нарезку может быть колбасную, даже суши можно выложить сюда, что-то красиво наложить, овощи как-то. 3 штуки, всего лишь 109 рублей, представляете? Вот, вот это классная штука, мне нравится. Ну, как фикс прайс прям вообще.
В Ашане, кстати, много таких вещей, которые продаются в фикс прайс. Бывает что-то дешевле, бывает что-то дороже, поэтому фикс прайс это не супер-мега. Поглядываю, кто там ходит у нас во дворе. Вот, все, вроде бы такие дешевые покупочки, все мы купили, да. А, в фикс прайсе что было там еще? Там есть сушка для ногтей, для сушки лака. Просто я выбираю всегда лаки, которые сушатся сами по себе очень быстро, чтобы, опять же, не нужно было что-то специально включать для того, чтобы засушить. Но там такая небольшая сушка, как я понимаю, она работает от батареек. Кладете туда пальчики, там три какие-то дырочки, в общем-то, и сушите. И еще появилось, помните, коробочки были такие цветные, розовые с черным? Для хранения бижутерии и всего. Там появилась такая с выдвижным маленьким ящичком. Ну, вот то, что я увидела из нового. И все. Ничего особо больше нового не увидела. Игрушки новые там появились. Так что... Для... Детские, я имею в виду. Так что бегите, смотрите. Все, мои хорошие, я поделилась с вами фикс-прайс новинками и тем, что я взяла. И я с вами прощаюсь, вас обнимаю. Прощаюсь до следующего видео. Лайк, подписка для тех, кто первый раз. Ну и для тех, кто постоянно лайк тоже. Все, люблю вас.